В общем, всем привет, с вами капитан Немов. Вот собрал я этот станок, сделал подручник, это короткий подручник, вот еще на очереди длинный, чтобы обрабатывать более длинные детали, но это будет потом. А вот попробовал поточить, вот получилась такая штука. Точит неплохо, единственное, что я подручник сделал из двух этих вот уголков, а они вот пружинят. Это неудобно, это очень неудобно. Здесь надо металлическую пластинку какую-нибудь прикрутить. Вот, а так в принципе ничего. Даже здесь надо поработать над этим, над жесткостью конструкции, и все.